Мудрый самурай. В Японии, в небольшом поселке недалеко от Токио, жил старый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему пришел молодой боец, отличавшийся своей грубостью и жестокостью. Любимым приемом этого бойца была провокация. Он начинал оскорблять и обзывать своего противника, и тот, теряя самообладание, вызывал его на дуэль и ослепленный яростью совершал ошибку за ошибкой и проигрывал бой. Молодой боец начал оскорблять старика. Он плевался в него, кидался камнями, обзывал разными словами. Но самурай, не обращая внимания, продолжал свои занятия. Когда боец выдохнулся и устал, и ушел, ученики спросили своего учителя: «Почему вы не вызвали его на бой? Неужели же вы испугались, что проиграете?» На что старик ответил: «Когда кто-то приходит к вам с подарком, а вы его не примете, кому принадлежит подарок?» «Тому, кто его принес», — сказал один из учеников. Вот то же самое с ненавистью, злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы их не примете, они принадлежат своему хозяину.